Сохранение имущества предприятия и конфиденциальность, которая необходима для выполнения рабочих условий. И это все обязанности, которые следует выполнять рабочим. Давайте же теперь обратимся к обязанностям работодателей, которые составляют в моем докладе немалый объем. Я хочу сказать, что, конечно же, чтобы выровнять этот баланс, чтобы работодатели не ущемляли рабочих, конечно, их обязанности расписаны максимально четко и максимально объемно. Делятся на 7 разных пунктов. В первую очередь, это, конечно, организация самого производства, но я хочу преждевременно заявить, что почти в каждом пункте прослеживается такой так называемый лейтмотив, то, что часть решений, часть власти передается в правкомы. И в каждом из пунктов есть ряд вопросов, которые работодатели не могут решить без правкомов. То есть, вот, допустим, организация производства, ввод правил с правкомами, добавление специалистов в правкомы на случай каких-либо споров и разногласий. Правкомы вводят нормы труда, там вот были приложения соответствующие. В организации производства также работодатели обязуются предоставить инструменты, обеспечить поездку работников, то есть довести их до рабочего места. Также во избежание отсутствие развития рабочего, то есть чтобы работодатели позволили рабочему раскрыть все свои способности, предусмотрены различные семинары и переквалификация. Но при этом, если работодатель попытается избежать этого, предусмотрено, что если будет такой вид работы, в котором рабочий применяет те навыки, которыми ему пришлось учиться самому, а не его научили, то заработная плата за эту деятельность повышается на 50%. И по организации производства еще работодатели обязуются максимально сокращать ночные смены и работников, ну, которые занимаются деятельностью по ночам, потому что, ну, это, конечно, очень вредит. И тоже, чтобы их не сильно оттесняли, признавать их навыки, которыми они овладели на прошлой работе или в других заведениях. Перейдем к второму пункту, который именуется «Обеспечение занятости». В основном, да, он тоже закрепляет некоторые правкома, тут играет на... Он защищает интересы рабочих в плане потери мест. То есть, например, есть такой пункт очень интересный, что если работник получает какое-то увечье, ну, пока не говорим о какой-либо компенсации, они там тоже есть, то место, которое освободилось, в первую очередь должен занять родственник этого работника, если он тоже докер и имеет соответствующее образование, а только потом уже все остальные. То есть это в приоритете, чтобы, ну, как бы семья не осталась без кормильца. Тоже, да, если... Не знаю, вот этот пункт, он влияет как на
Я бы не сказал, что он защищает каким-то образом рабочих, но он, я думаю, защищает тех рабочих, которые хотят работать. Вот потому что если... он так гласит. Если работник был увлечен в алкоголизме, в наркомании, в длительных прогулах, то он увольняется и не может приниматься на эту работу с сроком до 3 лет. И, конечно же, против сокращения работников выступает этот закон. То есть он вводит некоторые ограничения. Потому что, при ликвидации какого-либо предприятия, работодатель обязуется обеспечить 90% работников, которые трудились на этом предприятии, ну или отделе, что-то такое, он обязуется обеспечить их новыми рабочими местами и всячески им в этом способствовать. Следующий пункт – это охрана труда и здравоохранения. Работодатели обязаны осведомить рабочих о нормах загрязнения на их предприятиях, о нормах шума и делать регулярные измерения. Также составляется специальный кодекс опасных грузов, который базируется на кодексе международной перевозки опасных грузов. Ну, опасные грузы я дальше буду называть ОГ. Если рабочий отказывается, ну, то есть, во-первых, он имеет право отказаться от работы с опасными грузами, а во-вторых, если он получает некое увечье в данном виде работы, то создается правкомом специальная комиссия, которая расследует это происшествие. Также работодатели обязуются обеспечить комнатами отдыха составляется специальный график при погодных условиях. То есть, если там есть конкретные показатели, сколько метров в секунду должен дуть ветер и насколько низкая температура. То есть, если, допустим, низкая температура, сильный ветер, то работники имеют право на 10-минутные перерывы в комнатах отдыха каждый час. Если температура ниже и ветер сильнее, то 30 минут в час. Ну, первый случай, как у студентов, да? 50 минут занимаешься, 10 минут перерыв. У нас не так. У нас не так. А когда я учился, было так. 50 было минут и 10 минут. Как у докера. Да, здорово. Теперь поговорим о том, как регулируется рабочее время. Во-первых, этот договор настаивает на том, чтобы всеми способами ограничивать сверхурочные работы. Выдавать работникам отпуска, то есть по различным, чем... То есть есть отдельные категории, где по всяким социальным льготам им положены больше отпуска. Также фактическое время оплачивать, то есть что в это входит? В это входит не только то время, когда работники непосредственно трудятся, но и инструктажи до 1 часа в день. И медицинские осмотры по 5 минут на человека. И, конечно же, выполнение всех технических обязательств по нормам безопасности. Ну, как и говорил Михаил Васильевич Попов, это обычно используется работниками при тактике «работаем строго по правилам».
Теперь по оплате. Минимальная заработная плата по договору составляет 6600 рублей. И есть еще один очень важный пункт, что он проводит разницу между нормализированным и фактическими затратами. То есть, если работник фактически потратил намного больше времени, чем было установлено, эти часы ему доплачиваются. Если груз имеет очень плохое состояние, имеет опасную форму для его перевозки, для жизни, то тоже создается комиссия, которая оценивает и выводит соответствующее решение, что с ним дальше делать. По социальным льготам, там помощь материальная многодетным семьям, матерям-одиночкам. И важно, что всем работникам обеспечиваются, предоставляются бесплатные пропуска, то есть они не должны скидываться на это. Автобусы, которые будут их отвозить до рабочего места и обратно. И буфет для перегрузочных работ, кстати, горячая еда предоставляется бесплатно. И также дети семей докеров имеют право на бесплатную путевку недельную, по-моему, в какое-то ДБО «Маяк». Да. И... Дневная база отдыха. Да, дневная база отдыха, да. И также обозначаются прогулы, то, что... ну, вводятся наказания за прогулы, это тоже не столько на стороне рабочих, сколько на стороне работодателей, и вводится социальное страхование. Ну и последний пункт – это гарантия профсоюзной деятельности, то есть тот самый пункт, который дает частичку власти правкому профсоюзу, то есть это предоставление помещения, это... от общего бюджета, который должен распределяться по рабочим, 1% отходит на деятельность профсоюзов, и не то чтобы неприкосновенность профсоюзных работников, но есть пункты, которые запрещают переводить их из одного отделения в другое, если это мешает их профсоюзной деятельности. В общем, не разобщать профсоюз. И один из главных пунктов – это отказ от совместительства. Потому что, я вот забыл о нем упомянуть, потому что очень часто работодатели используют такую тактику, то, что человек сразу же выполняет несколько функций, и это очень сильно затрудняет. И это дает им повод расформировать, увольнять, сокращать работников, но при отказе от совместительства будет достаточное количество рабочих мест, чтобы этого избежать. Вот, собственно, это все данные, которые мне удалось проанализировать. И какие у вас будут вопросы? А какие у вас выводы будут? А, что выводы? Сейчас, да, хорошо. Хорошо, да, я могу. Я могу. Должны быть какие-то. Да, выводы, конечно. Правильно, да, да. Выводы заключаются в том, что коллективный договор хоть и имеет некоторые неточности, позволяет работодателям найти какие-то лазейки, тем не менее он в большинстве случаев защищает права работников, позволяет им трудиться, и мне кажется, что есть опасность возникновения конфликтов между рабочими и профсоюзными деятелями, потому что они вот получают некоторые неприкосновенные права, и, возможно, это приведет к разобщенности и конфликтам. Так.
какие вопросы? А вот наше последнее положение про разрушенности конфликта. Да, конечно. Что такое? Какие неприкосновенные права? Вот, как это вообще? Ну, членов профсоюза запрещено увольнять, например, без ведома профсоюза. Их запрещено переводить из одного отделения в другое. Вот. Я могу точно зачитать это, у меня есть с собой документ. Там совсем немного. Я забыл, где я расположился. Там еще столы есть, можно занять им. Это вот в самом конце, в последнем пункте. Вот, не производить по своей инициативе увольнение, перевод на другую работу, либо в другой коллектив, не налагать дисциплинарного взыскания на членов выбранных органов профсоюзов без согласия соответствующего профсоюзного органа. Еще согласовывать увольнение работников в течение 2 лет, не препятствовать осуществлению представителями профсоюзов своих полномочий, обеспечивать возможность свободного распространения информации. И, ну, в общем, дают некоторую свободу профсоюзам. Вот. А какой конкретно вопрос был мне задан? А почему это неинтересно? Почему это приведет к конфликтности? Ну, вот... Ну да. Между да. Ну, который выгоден, опять же, работодателям, чтобы силы не были сконцентрированы. А как ну, здесь этого не сказано, к сожалению. А вот представьте себе, из человека избрали, председателем. Правком какого-нибудь подразделения, да? Вот. Естественно, он начинает более активно выступать за защиту интересов трудящихся, потому что ему поручил коллектив. И, соответственно, на кого он направлен будет воздействие работодателя? Прежде всего, на этого профсоюзного работника. Речь идет ведь о неосвобожденных профсоюзных работниках, которые, будучи рабочими, становятся руководителем в то время профсоюза. Да, да, да. Значит, они выходят на линейку огня, так сказать. Они непосредственно вступают в конфликты, там, да, доказывают, отстаивают, их раз убирают. То есть, если бы не было такого пункта. А этот пункт, на самом деле, очень старый. Он был в старом ЗОТе, так сказать, спокон веков, потому что всегда было так, что нельзя увольнять. Потом один гражданин откуда-то с юга, чуть ли не из Астрахани, какой-то предприниматель, написал бумагу в Конституционный суд вот, примерно с таким вот рассуждением, как вот Дима. Дескать, это создает конфликтность, неравенство. Хотя всем известно, что кого увольнять? Ну, тот, кто активно действует, того и увольняют. Ну и в итоге Конституционный суд принял решение убрать из закона эту норму. А докеры, поскольку вот мы с вами говорили о том, что в коллективном договоре может быть лучше, чем в законе. Они взяли и эту норму сделали свою. То есть та, которая была в законе, они ее записали просто как норму коллективного договора. И работодатель с этим согласился. То есть они берут под защиту как раз именно тех, кто находится вот на самом остром участке профсоюзной борьбы и коллективной борьбы за интересы работы. Вот у меня тоже к вам с этим вопросом. Да. Может быть, он связан с таким пониманием. А почему вы когда говорили, что вот есть вот работники, есть работодатели, есть еще какая-то третья сторона? Профсоюз это третья сторона или это представители? Нет, это представители работников. Ну, вот если представители работников, то нету третьей стороны. Это устройство одной стороны. Потому что работники все распылены. Их там тысячи. Ну да, да. Тысячи. А правкому, вот его избрали, там, скажем, один освобожденный, может быть. И бывает, что он и отрывается. Так что тут право. То есть может быть такой конфликт. И был там такой конфликт. Человек, который был 10 лет председателем правкома, потом стал, так сказать, можно сказать, приносить вред, заниматься тем, что он обеспечивал свое личное обогащение, и потом судился с профсоюзом, который стал его сниматься. И я вот по просьбе этого самого правкома был по доверенности на 3 года
представителя правкома на суде, в Кировском районном суде, и защищал профсоюзную организацию от их бывшего председателя, которого они сняли, а он начал требовать с них миллион ущерба, дескать, мне нанесли ущерб, потому что меня сняли. Ну, ничего, конечно, он не получил, мы это дело вот, выиграли дело в защиту профсоюза, но такие вот, то есть тут, я хочу сказать, что есть тут такой момент, но вот все эти льготы, о которых мы вот в данном случае говорили, они относятся не к освобожденным профсоюзным работникам, а к тем, кто не может оторваться, потому что они и работают, и ну, выполняют выбранные профсоюзные обязанности. Вот о них идет речь. Так, еще вопросы? Какие еще есть вопросы? Так, тогда кто хочет так сказать несколько слов, пожалуйста, высказать свое мнение по поводу прослушанного. Все, потом вы не говорите, что вам не дают тут слово, вообще нельзя слово сказать. Нет слов. Ну, так хоть что-то скажи. Ну, какие-нибудь хорошие слова сказать. Что, понравился доклад, скажите? Он же ждет человек. Все артисты ждут. С чего ждут всякие артисты? Мнение о докладе? Да, мнение о докладе. Какое? Громче как-то так вот. Как ругать, так они громко. Язык проглотили. Вы что? Ну скажите человеку. Очень конструктивно. Раз. И структурированно. То есть структурированно, но структура никуда не годится. Имеется в виду хитрые такие люди. Структурировано. Да. Все структурировано. А, ну имеется в виду, что не просто куча песка. Да, да. Все последовательно и порядок. Это упрощает возможность восприятия услышанного. Ну, удалось вам воспринять? Да, абсолютно. А. Если бы я не читала, я просто тоже готовилась. Ну, в смысле, не сегодня, на следующий день. Если бы я не читала, в смысле, сама бы не знала, что там еще, какие пункты, то мне бы не хватило, как это сказать, некоторых положений. А теперь вам из-за него придется здорово готовиться, потому что он все главное уже сказал, как первый захватили все, да. А теперь мучаетесь, так сказать. Поэтому они так вот, понимаете, с одной стороны вроде хвалят, а с другой стороны говорят, ты что же, все самое хорошее дело сказал, а нам что делать теперь? Понимаете, какая штука? Вот тут противоречие. Нет, на самом деле у меня возникли некоторые сложности, потому что, вот я признаюсь честно, это первый раз, когда я готовил доклад по юридическому документу, его было очень тяжело читать на самом деле, даже я, кстати, просто. Я, хотела сказать, что наоборот, я была удивлена, как легко читается этот договор. Я тоже не ожидала, наоборот, я... Так у вас способности другие. Нет, ну, может быть, просто, да, разное восприятие текста. Может быть, да. Но просто я ожидала, что будет такой сухой текст, и его будет сложно воспринимать. А вот по мне показалось, что нормально, наоборот. Не знаю, может, мы просто не имели никогда дела с документами, правда. Может быть, поэтому. Так что это хороший опыт, да. Так, еще какие мысли есть? Ну тогда там заключительное слово. Ну как оно было как бы, это оно и было. Вот сразу я выдаю секрет, вот все товарищи, которые будут делать доклад, они должны сначала придумать заключительное слово. Как бы экспромт такой. Потому что экспромт всегда это хорошая такая заготовка. Потому что иначе вот тек ручей, и потом он потерялся в пустыне. И чтобы этого не было, значит, в конце надо не просто сказать, да, я вот все уже сказал. Ну, в крайнем случае, поблагодарить слушателей за внимание, которое они проявили. Спасибо за внимание, за... Я отношу это к коллективному разуму нашей группы. Спасибо за вашу конструктивную критику. Мне было радостно читать вам этот доклад. Да, спасибо за внимание. Попробуй не похлопать, да? Значит, что бы я хотел сказать. Мы на занятиях во время лекции нередко полемизировали с разными товарищами здесь присутствующими, и прежде всего до зимы как раз. И надо сказать, что в ряде случаев он там выражал несогласие. О чем это говорит, всякого рода несогласие? Несогласие говорит о том, что человек думает о том, просто не хватает. Просто так, без обдумывания, то, что ему говорят. Это очень хорошее качество.
Почему? Потому что опереться можно только на то, что сопротивляется. Понимаете, я на что-то хочу опереться, а оно попало в лоб. Вот понятно, что если речь идет о науке, если речь идет о серьезных вопросах, то просто так вот на веру выхватывать, воспринимать совершенно не надо. И тем более наши вот занятия, они так и построены, что они дают нам возможность и подкорить, и позадавать вопросы, и выслушать критику, и ответить на эту критику, невзирая на лица, имея в виду, что, ну, есть у меня, конечно, известные преимущества, связанные с тем, что я преподаватель, но они же и недостатки, потому что, как говорится, у меня уже не будет, а вы будете самостоятельно что-то решать, правильно? Ну, вы тоже не задавайте, это преимущество недолго потом держится, там появятся новые люди, вот, поэтому об этом надо думать. Вот, доклад, я присоединяюсь к той оценке, которая была дана. Вот. Доклад, во-первых, действительно конструктивный, то есть это не просто формальная такая отписка, отговорка, это я читал, там содержится то, содержится все. Конечно, каждый грамотный человек может сказать, что там содержится. И не просто обзор, это действительно анализ того, что есть положительного в этом коллективном договоре. Это подход к нему как к юридическому документу, к локальному нормативному акту, и это очень важно. Вот. И я думаю, что Дмитрию удалось разобраться и увидеть главное. Вот. А главное состоит тут в чем? Вот он когда сравнивает обязанности работников и обязанности работодателя, вроде написано-то много-много-много про обязанности работодателя. Почему? Потому что обязанности работников бесконечны. Они на любой приказ руководства, любой приказ руководителя, любое указание тех, кто организовывает производство, обязаны выполнять. Невозможно перечислить все, что придется делать рабочим. Невозможно. Поэтому для того, чтобы защитить от ведомственного усердия и от злоупотреблений, вот, эти обязанности работодателя прописаны, чтобы не было таких указаний, которые могут нанести очень серьезный вред и делу, то есть рабочие, потому что рабочие грамотные, они понимают, как нужно организовывать производство, не хуже, чем тех, кто организовывает. Потому что непосредственно им приходится им придется залезать и, скажем, раскреплять грузы или крепить эти самые грузы, им придется залезать на какую-то мачту или в трюм. И поэтому организация производства – это для них не работа для кого-то здорового, третьего, это их собственная жизнь, и причем и здоровье. Поэтому они об этом думают. Они об этом думают, и вот почему это легко читается, то, что вы отметили, потому что за каждым этим пунктом стоит длительное, так сказать, обсуждение и рассмотрение. И со стороны работодателей, которые, наверное, просто тоже не заглатывают любую формулировку, это же стоит подпись генерального директора. А чтобы стояла подпись генерального директора, значит, он за нее отвечает, если его подпись, так сказать, это делает обязательно. И тут же есть и подпись представителей работников, два профсоюза, которые охватывают, на сегодняшний день они охватывают 100% членов коллектива. Там нет ни одного, ни члена профсоюза. Я таких организаций, кроме вот ПАО, первый контейнерный терминал, просто не знаю в России. А почему? Потому что вот этот колл-договор не позволяет просто так кого угодно уволить, поэтому уволили всех не членов профсоюза. Разными путями, то есть без скандалов всяких, предлагали, вот, дескать, вам тяжело, вот вам 5 окладов, допустим, по 80 рублей, вот вам 400 тысяч, и ищите за 400 тысяч, пока вы их проедите, вы найдете отличное место, не такое тяжелое, как у нас и так далее. А вам тоже надо подумать, а там 5-10, короче говоря, постепенно, в условиях, когда не было достаточной загрузки работы этого контейнерного терминала, а он оснащен самой современной техникой, вот, администрация провела работу по сокращению. Вот, хотя, есть еще один путь – сократить рабочее время. Скажем, сделать не 12, они работают по 12 часов, но сделали бы не по 12, а по 8 часов. По 8 часов – это 3 по 8, 3 смены, да? 3 8 в сутки, 24, а по 12 – 2 смены. А если вместо 2 смен сделать 3 смены, то получится, то есть одна, допустим, в день, другая
в вечер, а третья в ночь, то, во-первых, получится, что ночные смены реже будут. Так? То есть не через неделю, а через две недели. Уже. Вечерние тоже достаточно редко. И понятно, что для этого нужно иметь работников на треть больше. Правильно? То есть вместо того, чтобы сокращать вот эту треть, можно перейти к 8 часам. А что такое 8-часовая работа? Значит, меньше усталость, меньше опасность. Там все это связано с грузами. Раз, и все тяжелое. Если на ногу поставил, ноги уже нету. Так сказать, случайно поставил. Все что угодно может. Потом эти погрузчики, на которых они ездят, это такие тяжелые. И тем более все контейнеры, которые они поднимают. Если на кого-то поставить такой контейнер, то уже этого человека нету. Ну, это вот как раз на этом терминале. В других местах, ну, более легкие грузы, там, если здесь это многотонные грузы, а могут быть груз там, всего лишь там, полтонны или полторы тонны. Я думаю, вам абсолютно все равно, полторы тонны на вас лягут или 15 тонн. Результат будет абсолютно одинаковый. Поэтому в любом случае нужно об этом думать. И это действительно там опасная работа. Вот чем хорош доклад Дмитрия, в том, что он, ну вот подумал, ведь разные есть способы сделать доклад. Можно и просто обзор сделать, там есть то, там есть то, там есть то. А он сделал действительно анализ, который позволил выявить достоинство этого локального нормативного акта. Потому что если этот локальный нормативный акт вошел в систему права российского, да? Он же вошел в систему российского, то есть везде вот так, а вот здесь, на этом предприятии, кроме того, что записано в законах, еще вот это вот. Еще вот такие отростки от всяких разных норм права. И получилось такое правовое поле, более широкое, более конкретное. И не такое, которое вообще относится к любому работнику, независимо от того, чем он занимается. Так одно дело, жить люди, как говорится, на свежем воздухе зимой, когда будет 20 минут 25, они там заниматься работой. Для них вопрос о том, чтобы на 10 минут пойти в специальную комнату для обогрева, где стоит чайник, где можно, и сами там температура 25 градусов, может быть, 23, какой установлен в этом помещении для обогрева. Он там согрелся, он выпил чайку, и после этого он идет и чуть работает 50 минут. Причем это у него все рабочее время, то есть это входит в устройство. Да, может, человек может закоченеть, ну заболеет, он больше не придет на работу, через месяц придет, что выиграет работодатель? Ничего не выиграет. Поэтому надо сказать, что здесь действительно нормы отточены в такой степени, что по ним, по этим вот нормам, видно, что в этом заинтересованы и работники, и работодатели. Вот насчет прогульщиков. Там бригады. Бригада, допустим, 200 человек. И кто-то взял и прогулял, а он выполняет функции там или строполя, или он выполняет функции того докера, кого-то нету. А объем работ на всю бригаду, значит, из-за него или пьяница. Поэтому я вот видел такие были ситуации, они, правда, не на первом контейнерном терминале, а на первом районе порта, когда председатель правкома Фомичев говорит генеральному: вот мы же дали санкцию на увольнение, а почему вы не уволили? А тот, значит, так помалкивает. Почему? Потому что ему нужны люди, которые на крючке. Дескать, если что, вот он скажет, давай иди и делай. Потому что он как бы их не уволил, спас. А докеры говорили: нет, не надо нам этих пьяниц. Ну, конечно, это интересно, он придет, напьется еще, там, травмы могут быть. И работа у всей бригады не пойдет. Поэтому при такой коллективной оплате им совершенно ни к чему эти самые прогульщики, бездельники, люди, которые не работают. То есть этот труд коллективный, и он требует коллективной ответственности. Так что это вот очень хорошо. И, ну, я повторяю, что вот пример Дмитрия, ну, заставляет следующих граждан, товарищей, думать о том, как сделать оригинальный доклад, оригинальное выступление, чтобы, поскольку вот, так сказать, вот один такой аспект взят, надо подумать еще о том, что там, если интересно, заслуживающее внимание. Дело в том, что это большой документ, и там на самом деле за каждым положением многое что скрывается. Поэтому вот есть о чем подумать. И об его устройстве, о том, как он был принят. И даже по нему видно, как сложно проходило это принятие. Оно потребовало, конечно, не одного года. Имея в виду, что там, кроме основного текста, сколько приложений, Дмитрий? 30 с чем-то. 30 с чем-то.
Это значит, что по каждому положению, как вы понимаете, шли отдельные переговоры, и отдельно спорили люди, и отдельно подводили итоги, и тогда добавляли его к тексту, который уже принят. То есть это как бы такой кумулятивный процесс. А некоторые люди, не очень, по-моему, разобравшиеся в том, как разрешаются конфликтные ситуации, они сразу вот весь объем хотят. А весь объем они бы спорили до посинения бесконечно, и сразу никак не проглатывается. Тем более, я вас проинформировал, что в конце, когда все уже согласовали и везде все подписали по частям, там не было... генеральный директор отказался подписывать. Но не сам отказался, потому что ему сказали не подписывать. А он и не подписал. Коллективный договор действует. Почему? Потому что для права не имеет значения, все в целом подписано или все по частям. Вы же всегда будете ссылаться на конкретную статью и на конкретные, там, скажем, приложения, и на конкретные пункты этой статьи. То есть на какой-то пункт коллективного договора. Не на страницу вы будете ссылаться, и не на название. Это не название статьи. Вообще, даже если возьмете любой закон, какой есть, вам это важно какая-то по номеру статья? Не важно. Важно, что у него есть номер, и вы на этот номер можете сослаться, и все. А что и как поставлено, и в каком порядке это не имеет, это может интерес представлять для изучения, для чтения, а для использования не имеет никакого значения. Так, спасибо. Значит, теперь у нас сегодня тема с вами звучит так. Начало коллективного трудового спора. Начало коллективного трудового спора. Ну вот, может показаться, что сейчас я вам буду рассказывать, с чего надо начинать. Но мы с вами уже говорили о том, что в ходе разработки соответствующих законов и норм Трудового кодекса потихонечку вопрос о конфликтах исчез. А раз вопрос о конфликтах исчез, то вроде как и вообще там нет никаких конфликтов, судя по тому, что мы прочитаем в Трудовом кодексе. А есть только споры. Ну, а начало споров в чем состоит? Да когда переговоры были, это и было начало коллективного трудового спора. Правда? Что такое коллективные переговоры? Это начало. Закончились, что ли? Чем обычно заканчивается коллективный переговор? Чем? Коллективные переговоры, о которых мы вели речь на прошлом занятии, заканчиваются составлением протокола разногласий. То есть, когда вы начинали переговоры, то у вас была такая картина. Вот вы, значит, написали протокол разногласий, да? Протокол разногласий. Вот, так сказать, вы поделили пополам. Вот здесь работники. А здесь работодатели. Имеется в виду позиция работников, позиция работодателя. И вот, значит, поэтому по такому... А здесь номер соответствующего пункта. Вот первое, вот вы по первое, потом второе и так далее. Вот работники вот за это, а работодатель вот за это. И работники кратко пишут, почему они за это, за эту формулировку, а работодатель, почему они за другую. Итак, нужно свой спор, который ведется во время переговоров, уметь оформить. Вот мы сидели, 3 месяца они сидели, проводили переговоры. По итогам, ну, когда осталось полмесяца, давайте составлять протокол разногласий. Надо писать, ну, поскольку, скажем, если у нас зима и разногласия, я пишу, почему я такую позицию занял, объясняю, так, обоснование. Он в соответствующем, в этом же пункте пишет, почему он такую позицию занял. То есть формулировка одних и обоснование. Формулировка, обоснование. Формулировка и обоснование. И здесь формулировка. И обоснование. Каждый пишет свое обоснование. Этот протокол никакой дискуссии не может содержать, потому что каждый пишет свое. Работодатель пишет свою часть, вот эту, по каждому пункту, а работники пишут свою часть. Заканчивается это все. И вот здесь подписи.
подписи. Ни черта не пишет. Если бы тут был мел и обыкновенная доска, то было бы все видно. Но это, понимаешь, это все дороже. Это год закупки. Чем дороже, тем больше денег можно от государства откачать. А тогда можно откачать себе еще. Ну так вот. А в конце подписи работодатель и работник. И вдруг работодатель отказался. Или работники вдруг в раш вошли и сказали, мы не будем подписывать. Это не имеет значения. Потому что вы можете сюда подписать, с одной стороны, этого достаточно. Вы просто зафиксировали разногласия, какие есть. Мы с вами спорим, но я-то могу без всякого спора зафиксировать, в чем суть разногласия. Вы одно, я другое. Ну, еще и зафиксирую. Если этого мало того, что я записал, ну, на диктофон записать. Чтобы все разногласия, вот они были. Вот они. Ну, хотите вы их подписывайте, хотите не подписывайте. Ну, ясно, что по этому вопросу. Поэтому редко, когда протокол разногласия не подписывают. Подписали протокол разногласий. Раньше в Трудовом кодексе было записано не так давно, несколько лет еще не прошло, что составление протокола разногласий является основанием для начала коллективного трудового спора. Ну, под коллективным трудовым спором понимается на самом деле конфликт. Но потому что спор-то шел три месяца, да что ж, разве это не спор был коллективный, трудовой? Но из этого следует, что надо выходить на переговоры не с чем-то, не какой-то с ерундой, а вот, скажем, с готовым проектом коллективного договора. Тогда это действительно будет начало спора. А если вы с какой-то ерундой выходили, три месяца прошло, и начинай сначала. А времени тут будет уже мало сравнительно. Сравнительно мало. Тут тоже освобождают, когда начинается уже коллективный трудовой спор, тоже освобождаются работники с оплатой по среднему, от основной работы освобождаются. Но тут, так сказать, вот такой гладкой картины, что люди приходят раз в неделю на 2 часа и обсуждают. Потом думают, советуются со специалистами, с представителями разных, могут, наук или практиками. Потом снова находят аргументы. То есть вот это коллективные переговоры – это очень важное такое дело, которые представляют собой на самом деле коллективные трудовые споры. Поэтому начало мы с вами уже рассмотрели. Оно, правда, не закончилось, это начало. Почему? Потому что спор-то не закончился. И имея в виду, что нынешний трудовой кодекс под спорами-то понимает на самом деле конфликты, вот имея в виду это, вот, нужно очень иметь добротные требования, с которыми выступают работники. Но здесь это были не требования, а просто они предложения внесли для обсуждения. И с этими предложениями, с одним согласились работали, с другими нет. Если бы со всеми согласились, то и спору нет. Но это редко бывает. То есть люди доходят до формально проводимых переговоров, когда уже вовсю разгорелся спор. Вот тогда они начинают формализованные переговоры. Вот здесь Дмитрий в своем докладе говорил, что я вот впервые имел дело с юридическим документом. Потому что одно дело переговоры, мы сидим и переговариваемся. А теперь давайте формально. Так, Дмитрий, так вы студент, а я преподаватель. Моя фамилия Попов, Михаил Васильевич, профессор по кафедре экономики и права. Так, у вас звание есть? Нету. Так, ну давайте будем переговариваться на равных. Так, и записываем, что вы написали, что я написал. И начинаем под это дело подводить такую формальную основу, чтобы любой третий лица могли посмотреть, а что происходило, и занять определенную позицию в отношении того, что происходило, и чтобы можно было пожаловаться на контрагента. Он говорит, вот преподаватель, воспользовавшись своими преимуществами, данными ему, он там это сделал, то сделал неправильно, то сделал неправильно и так далее. То есть это стороны уже спора, и вот здесь пошла линия на юридическое оформление. Это все. Все эти переговоры в итоге, не только есть протоколы каждого заседания, выделяется от каждой стороны один человек, который подписывает протокол очередного заседания вот этой самой переговорной группы на переговорах. Каждый раз вот прошел, каждый, допустим, четверг, 2 часа. По итогам четверга вот один от работодателей и один от работников подписывают. Или они выделены на все переговоры.
И эти люди, так сказать, между собой контактируют, имеют хорошие, так сказать, взаимодействия, и они готовят эти протоколы, чтобы потом можно было... Ну, за 3 месяца много воды утечет. Достать и вспомнить, о чем вообще шел разговор. И что, о чем договорились, о чем не договорились. Можно и забыть, о чем не договорились, или перепутать, это была наша позиция или ваша позиция. Вот чтобы этого не было, пишется протокол. А это уже не протокол, это итоговый документ. И это протокол разногласий. И вот раньше, еще раз возвращаясь к этому, было записано в кодексе, что составление протокола разногласий является основанием для начала коллективного трудового спора. То есть началом перехода на другой совершенно уровень, который совершенно в другом разделе трудового кодекса описан. Коллективные трудовые споры. А именно, если речь идет о коллективных трудовых спорах, нужно или иметь протокол разногласий, было вот такой, или иметь требования. Теперь вот вы можете составить протокол разногласий, и все, и ничего из этого не следует. Основанием для начала коллективного трудового спора формально он не является, а по существу является, потому что вот теперь вы берете, и все вот эти пункты, которые стояли с левой стороны, записываете в качестве требований работников. Вот они уже в дискуссии, они себя проявили, всякое постороннее, несущественное, или то, по поводу чего спорить не будет работодатель, убрано, осталось то, с чем работодатель наотрез не соглашается. Значит, работники могут рассматривать это как требование к работодателю. Но теперь уже и государство работодателей, то есть государство, которое у нас есть, это государство всегда классовое, оно в данном случае буржуазное, то есть оно на стороне работодателя, естественно. Оно не третье лицо здесь. Хотя вот так называемые трехсторонние комиссии существуют. Там есть представители работодателей, профсоюзов и государства. Это всегда такой треугольник, в котором две стороны все равно. Все равно. Так вот, государство требует теперь... Это вот то, что вы там составили, протокол разногласий, это еще ничего не значит для начала коллективного трудового спора. Вы примите решение на конференции или на собрании, выставите их в качестве требований. Только тогда можно считать, это, что, они, эти, что это именно требования, а не просто какая-то бумага. То есть надо снова собирать конференцию работников или собрание работников, о чем мы с вами говорили, и принимать требования работников. Это уже не просьбы и не предложения, а требования работников. Чем отличаются требования от предложений? Вы сейчас в автобусе почти не говорят, там вот раньше писали, остановка по требованию. А что значит по требованию? Я потребовать могу, а мне сказать, не буду я останавливать, и все. А если это официальная остановка по требованию, означает, что если я требую, то должны остановить. Правильно? А если я прошу, так, Дима, прошу, дай 5 тысяч до завтра. Это что? Это требование или просьба? Предложение. Да, это предложение. А он говорит, дам, но не скоро. И не до завтрашнего завтра, а до того завтра будет тогда, когда я буду вот на работе, у меня будет много денег, как бы все некуда их будет девать, приходите, я с удовольствием вам дам 5 тысяч. И все, вы поговорили. То есть... Требование, слово, понятие требования, это уже юридическое такое понятие. Требования должны быть оформлены как некая воля работников. То есть они требуют, независимо от того, согласны с этим работодатели или не согласны. Правильно? Вот я требую от вас. Вот я требую от вас, чтобы вы занимались только на отлично. Нормально? А если не будете отвечать на отлично, поставлю 4. Но требовать-то я могу, да. Ну, это, потому что у меня есть основания требовать, поскольку я буду ставить. Я же вам сказал, ну, вы требования мои знаете, почему на 4 сдали? Никуда не годится. Ну и все. Тогда не удивляйтесь, что вам поставили меньше. То есть требования... оформление вот этих пунктов как требований требует соблюдения процедуры. Какой? Собрание надо собирать с соответствующим протоколом, с нормами. Больше половины должно быть на собрании. Даже если это собрание
по подразделениям, так вы должны набрать в итоге, что за вот эти требования проголосовало больше половины всех работников предприятия. Или конференция собирается. На конференцию нужно избрать делегатов по определенной норме. Кто норму устанавливает? Или профсоюз, профсоюзный комитет, или устанавливает какая-то инициативная группа. Вот та, которая выступает с этими требованиями больше всего. Ну вот вы установите нормы. Один, допустим, всего, допустим, 3000 человек на предприятии работают. Норму установить можно такую. Один от 1000. 3 человека собрались, провели конференцию. 2/3 присутствовало, то есть 2 человека из 3. Это все законно. 2/3 есть? Есть. Все. Голосовали 2 за. Единогласно принято. И все. То есть будет у вас 3 человека или 30 человек на конференции, или 300 человек. Это для судебных там, органов, для каких-то юридических органов государственных, это безразлично. Главное, чтобы был протокол оформлен, и все как по закону. Вот такого случая, что было 3 на конференции, я не помню, а вот случай, когда было 7, я помню, в порту срочно нужно было принять решение о забастовке, именно потому, что работодатель решил тут грандиозное увольнение осуществить, а во время забастовки увольнять нельзя, ну, не успеть собрать вот большой кайф. Тогда сделали конференцию по такому представительству, что на конференции было 7 человек, составили протокол, и все, и вопрос с увольнением был решен. Потому что забастовка начата. И объявили его уже забастовку. Поэтому владение вообще-то юридическими нормами – это очень важное дело, так сказать, в разрешении этих конфликтов. То есть дальше все по закону. А раз вы не согласны с этим, идите куда, жалуйтесь, куда хотите, когда все по закону. Суд пойдет, правозащитник не пойдет, ему скажут, вы что, не понимаете, что происходит? Что вы мне, что вы пришли? Вам не нравится, что 7? Ну, какая мне разница, 7, 70, 700? Я вижу, вот протокол, все подписано. Есть председатель и секретарь. Если у вас только председатель подписал, незаконный ваш документ. Секретарь только подписал. Незаконный ваш документ должен быть председатель и секретарь. И присутствие проверяется. Больше половины было на собраниях? Было. Все. Больше половины, больше 2/3 было на конференции? Делегатов? Было. Ну, все. И дальше уже решается по большинству. То есть, вот это непростая задача. Как вы понимаете, бывают случаи такие, ну, докерам предоставляют, таких я не знаю случаев, чтобы им не предоставили помещение, вот какое они попросят, они, или у них по договору вот эти конференции проводятся в рабочее время. Это у них записано в коллективном договоре, потому что как вы будете проводить конференцию, а все на работе, и все или спят, или грузят. И когда проводите, как проводить? Так вот они проводят это. Но это достижение прошлых коллективных трудовых споров. Они провели конференцию, им за это оплачивают этот день, за то, что они были на конференции. И они прекрасно пошли домой, а и требования выставили работодателю. Дальше что нужно сделать? Эти требования должны быть подписаны. Кем? Вот той группой, которой поручено вести коллективный трудовой спор. Это уже вот та группа, которая переговаривалась, это была одна. Это может быть та же группа, а может быть не та же, лучше не та же. Но может быть и та же. То есть вот им поручено вести коллективный трудовой спор. Дескать, их освобождали для переговоров, а теперь для коллективных трудовых споров. Опять придут и будут разговаривать с администрацией те же самые люди. Может быть и такое. Но это решение коллектива по этому поводу нужно. Избрали этих товарищей, и эти товарищи подписали документ. Если профсоюз представляет более половины работников, может быть, не конференция работников и не собрание работников, а профсоюзное собрание или конференция профсоюзной организации. Вот профсоюзная организация, если она решила такое, все, требования выставлены, и они отправляются работодателю на рассмотрение. Официально. Что обязан сделать работодатель? Он может согласиться с требованиями, тогда что получилось? Выставлены требования, работодатель согласился, есть спор. Все, спор закончился. Вариант второй.
вариант. Работодатель настолько настолько разозлился, получив эти требования, и так уже три месяца всего было дискуссии, что он решил вообще не отвечать. Может и не отвечать. Если работодатель в течение установленного числа дней, в Трудовом кодексе записано, сколько дней должно пройти, вот он получил бумажку и думает, вот он подумал 7 дней, если он на 8-й день ответ не дал положительный, считается, что он дал отрицательный ответ. Ну, это вот все равно, что я вот уже Дима предлагал ему дать мне 5000 рублей. Он мне начал отвечать, а можно было по-другому. Так вы, Дмитрий, вы даете мне 5000 рублей? Он сидит и молчит. Ну, вот он промолчал, но я так понял, что он если до конца этих занятий промолчит, значит, и не даст. А не надо и мотать даже, и мотать не надо. Ну, и ты само собой ясно. Все понятно. Короче говоря, вот такое и есть в законе, что ну, не обязательно все привязано к каким-то бумагам. Ну, не отвечает. Ну, не отвечает, значит, нету. Если бы он был согласен с этим, он бы написал. Да, я согласен. Раз он не написал, я согласен. Значит, он может написать ответ, в котором будет указано, что он частично согласен, а частично не согласен. Вот эти люди, которые получили ответ теперь, и которым поручил вести коллективный трудовой спор коллектив, они решают, что делать с этим ответом. И если их ответ устраивает, ну, они, то есть в основном, скажем, с ними согласился работодатель, но сделал некоторые оговорки. Можно и согласиться, не обязательно устраивать коллективный трудовой спор, если это касается каких-то деталей или формы выражения. А если это касается существа, что он ответил, да, я вот согласен пойти на такие уступки, вы делали, требовали 30% повышения заработной платы, а я согласен на 3%. Народ почитал, сказал, да вы еще возмутился и решил, что раз так, это мы будем рассматривать как отрицательно. То есть, если это уже теперь решать должны работники, если работники согласны на изменение своих требований, тогда они об этом пишут, и на этом тоже спор заканчивается. Мы согласны. Мы требовали 30, нам предложили 3, мы согласились. Ну, раз вы согласились, то все, спор закончился. Работники посчитали, сказали, о, нет. И тогда они заявляют этому самому работодателю, что мы получили от вас отрицательный ответ, поэтому мы... Значит, констатируем начало коллективного трудового спора, просим вот этих товарищей, поименованных ниже, освободить от работы для участия в примирительных процедурах сроком до 3 месяцев. Фамилия, имя, отчество, должности и так далее. А вот тут уже работодатель по закону обязан освободить их от работы с оплатой посреднего. Вот тех, не тех, кто ему там нравится, а тех, кого назвал или профсоюз, или конференция коллектива. И вот он не может решить по-другому. Сколько человек это может быть? Может быть 3 человека, может быть 2. 2 – это мало. Ну что это 2 человека? Это надо же посоветоваться и как-то решить. 3 – это немного. Можно 4, можно 5. И тоже не вправе работодателя определять количество. Короче говоря, вот как профсоюз запишет, какое письмецо счастья ему не придет, так и будет. Если 4, значит 4 надо освободить и платить посреднему им зарплату, а они будут участвовать в продвижении этих требований. А как они будут участвовать? Очень просто, они будут приходить на все эти процедуры примирительные, которые будут... А эти примирительные процедуры будут проходить, как правило, бывает так, 2 часа в неделю. А остальное время они будут ходить по бригадам. Так-то некогда было им ходить, они заняты на своем участке рабочем. А теперь они освобождены, им работодатель платит в соответствии с законом. И все они говорят, что плохое у нас государство. Хорошее. Выделило вам время. Идите и организовывайте свои, добивайтесь своих требований. Убедите своих товарищей. Вот приходят, они приходят в коллектив, говорят, вот позиция работодателя, что будем делать? Ну, надо поговорить. Ну, хорошо, будем говорить. Ты туда, туда, туда пошли. Вот они переговариваются. Назначается заседание комиссии. Называется она так. Примирительная комиссия.
То есть три месяца беседовали, не примирились, и сейчас прямо примирительная комиссия вас прямо примирит за неделю. Поэтому на самом деле все люди, которые дошли до этого этапа, и члены профсоюза, и администрация, они понимают, что здесь дело не кончится так просто. Но администрация все время надо думать, что надо ли ей дальше катить этот мяч забастовки. Потому что от нее зависит. То есть либо надо согласиться, либо дождаться, когда будет забастовка, потерпеть неизвестный ущерб, и тогда согласиться, если они видят, что работники настроены очень дружно и организованно к этому идти. Они сразу об этом... Это ясно из того, что все прописано в разделе о коллективных трудовых спорах, что вот за этим всем процессом примирительных процедур идет, что опять конференция или собрание и решение о забастовке. А забастовка может быть какая? Бессрочная. Вам нужна бессрочная забастовка? И все становится. Частичное или полное прекращение работы? Хотите частичное, хотите полное. Кто это будет решать? А это уже генеральный директор не вправе решать. Это будет кто решать? Ну, кто работает, тот и решает. Потому что у нас труд непринудительный. В чем смысл-то положения о забастовке в Конституции? Что я не могу Дмитрия заставить на любых мне удобных условиях работать. Не могу. Я могу, как говорится, с ним заключить трудовой договор. Уже трудовой договор с каждым работником. А если он не согласен? Ну, договор же – это документ двух. Договор двух лиц. Поэтому, если он не согласен, ну и не будет он работать. Ну, не согласны люди работать на таких условиях. И не будут работать. И уволить нельзя. Во время забастовки уволить нельзя. Более того, записано. Во время забастовки запрещено проводить локаут. То есть, массовое увольнение работников. А работники записывают себе считать локаутом больше двух. Если двух уже уволили сразу, то это локаут. Да. Вот у нас была тема забастовок в экономической конфликтологии. Там вот в этом законе есть оговорка, что некоторые виды рабочей деятельности, они не имеют права на забастовку. То есть там транспортные какие-то, что-то... Да, это у нас не имеют, а в других странах имеют. Вот, да. Вы, наверное, видели, спросить, недавно была забастовка работников авиационных служб в Испании. А у нас нет. А у нас нельзя, нет, да. Нельзя. Ну, я вам тоже рассказывал, что если что-то запрещено в качестве забастовки, то можно эту забастовку сделать как не забастовку. А. Да как? Ну, как? Думать надо, творчески работать. Мы до этого дойдем. То есть, то, что не является юридической забастовкой, а фактически является. Ну, вот я уже об этом говорил. Работа по правилам, например. Начинаю вам лекцию сейчас читать по правилам. Следующая лекция будет на ту тему, которая будет. Потому что я не обязан вам заранее сообщать тему, потому что я должен хорошо подумать, а не хватать незнамо что, ибо я вас сильно уважаю. Много получили знаний? И так далее. Но это отдельный вопрос. Сейчас мы берем, так сказать, какую-то ту самую юридическую норму, самый прогон. Первое – это примирительная комиссия. Значит, работодатель обязан издавать приказ, он не имеет права не издавать приказ. То есть, как только он что-то тут нарушит, сразу на него в суд, и на него, так сказать, уже суд налагает ответственность, меры ответственности на работодателя. Поэтому и суды принимают, вот они не любят разбираться в спорах, а вот нарушение процедуры, да это запросто. Что там судья? Чем больше дел она провела, тем лучше судья. Она берет заявление от правкома, так, вызывает представителя работодателя, у вас, говорит, доверенность есть, есть на исполнение. Вы почему не выполнили вот эту норму? Не выполнили, все, я решаю. С вас там взыскать столько-столько, и все. И обязать выполнять, и все. Поэтому работодатели, которые уже попробовали, они наелись, они стараются это не нарушать. Значит, поэтому первое, что будет, примирительные процедуры. Примирительная комиссия.
назначаются представители работодателя, он обязан. Число представителей – это его дело. Почему? Потому что решается все равно по согласию сторон, если мы о чем-то договариваемся. То ли там один будет человек, то ли три, то ли четыре. Но вот по практике я хочу сказать, что сколько работники представили, столько и работодателя. Работники четыре, сидит четыре, значит, зам, первый заместитель генерального директора сидит. Вот на ПКТ сидит юрист ПКТ и главный экономист. Зам директора по режиму, товарищ Конев. Ну вот их четверо. Ну, тоже четверо. Тут четверо, тут четверо. Восемь человек собрались. Вот они могут решить, что будем проводить один раз в помещении правкома, другой раз в помещении первого заместителя генерального директора. А эти говорят, а не хотите, вот все время будем вот в моем помещении, первый заместитель говорит, ну, если, говорит, кофе будете наливать, то будем у вас. Короче говоря, где проводить, это тоже уже тут надо договориться. Как вы думаете, когда попадет, подадут представители работодателя в другое помещение, в помещение правкома, которое они же и выделили профсоюзу, то они себя будут чувствовать не очень привычной обстановке. Это существенно для переговоров. Где проводить? Короче говоря, вот создается примирительная комиссия. Срок на нее отводится удивительно маленький для ее работы, нормативный. Неделя. А не неделя, у нас 5 рабочих дней. 5 дней. На третий день, написано в Трудовом кодексе, после начала работы примирительной комиссии, может быть проведена предупредительная забастовка. Продолжительностью 1 час. Значит, что говорит не юриспруденция, а практика? На практике обычно никогда профсоюз такой возможностью не пользуется. Почему? Ну, попробуйте подготовить забастовку, чтобы вдруг все на 1 час остановились, и через час, когда они остановились, опять приступили к работе. Это очень тяжело. Еще остановиться-то можно, быстро договориться. Как они, чтобы они приступили к работе? А дальше, если вы через на час остановились, а потом еще 15 минут не приступили. Так, вам выговор, вам выговор, вам, значит, премии лишаем, того, сего. Нарушение дисциплины. Ну, потому что час, а вы полтора часа не приступали к работе. А забастовка по закону только 1 час примирительный. Зачем вам это надо? А дальше, вот настоящая забастовка, там может быть такое. В какой форме вы будете проводить забастовки? В форме бессрочной забастовки. А что такое бессрочная? Ах, до скончания века. Бессрочная. Можно написать и все. И тогда не надо бояться, что вот, вот вдруг сейчас вы не закончили, вот сейчас произойдет. Или забегая вперед, хочу сказать. Значит, вот это все процедура, мы еще будем ее рассматривать, тем более у нас так времени не так уж и много, но вот берут некоторые профсоюзы, не профсоюзы, а называется некоторая инициативная группа и сказать, объявляет забастовку, не проводя никаких перспектив, никаких процедур. Просто объявляет забастовку бессрочную, требует эти вот все пункты выполнить. И что? И останавливаются все. И никто не работает. Что делать? Что должен сделать работодатель в такой ситуации юридически? А что ему делать? Никто не работает. Все. Все остановилось. Не оформили все согласно закону? Ничего не оформлено согласно закону. Просто вот, вот Дима приходит и говорит, у нас сегодня забастовка. Сегодня никто работать не будет. Кстати, и завтра, и послезавтра у нас бессрочная забастовка. Ваши действия. А вы работодатель. Вот вы. Идем к судье, говорим, нарушу. Кому? Судье. Куда идете? А? К судье идем. Ой, идите к судье. Идите к судье. А судья говорит, ну, так надо представитель. Только вы пришли. Мы же не можем, я не могу делать заседание только с вами. Вы что, не знаете, девушка? Идите, найдите вот представителя работников, вот приведите, пускай, вот вам повестка, отдайте ему. Вы приходите, а его нету. Он раньше был на рабочем месте. А сейчас вы не знаете, где Дима? А все вот они сидят, вы их не спрашиваете, где Дима? Ни понятия не имею. Вы ходите, ходите, ходите. Эту повестку... Тогда лучше судебным приставом, да? Получил. А? Повестку отправить с подписью, что он ее получил. Повестку с подписью. Это сколько дней? Семь. Семь дней. Знаете, как по городу идет?
повестка 7 дней, подпись. Заказным. Ну, 7 дней можно спокойно бастовать. Как только он получил повестку, а уже у вас заседание было назначено, к тому заседанию он не успел. Новое заседание судья назначит, ну, через 3 дня, через 5, а может, через месяц. У него же дел много, только тут со своим предприятием мне уже надоели. А те все бастуют. А тут уже все остановилось. А забастовка-то не объявлена незаконной. И, наконец, отловили этого самого Диму. Привели его в суд. Он сам пришел, потому что уже все, вручили ему повестку. Он пришел в суд, и судья тут уже объявляет забастовку незаконной. На том начинается самое интересное. Записано, вот вы почитаете это в Трудовом кодексе. Работники, вот все вы работники, обязаны прекратить забастовку по решению суда на следующий день после вручения решения суда органу, который забастовку объявил. А Дима уехал рыбу ловить. Ну-ка, никому не сказал. Вот приходит, я прихожу, судебный пристав. Так, где тут ваш Дима? Ваш этот орган. А вы? Так, ну у меня, между прочим, сколько уже? 17 часов. У меня до 18 часов рабочий день. Я походил, походил. Нету нигде этого Димы. Пошел куда? Домой я пошел. У них продолжается забастовка, потому что вы обязаны прекратить забастовку на следующий день, не после объявления решения, не после того, как решение принято, а на следующий день после вручения органу возглавляющего. А где этот орган? Ну, не знаю. Потом, оказывается, Дима уже из этой рыбной ловли пришел и где-то в кочегарке играет домино. Приходит на следующий день судебный пристав. Где этот самый ваш орган? Кто это во время забастовки будет сообщать судебным приставам, где он? Не знаю. Вы судебный пристав, вы ищите. Мы не знаем, где это. Он же у нас... Раньше он был вот за этим станком стоял. Вот его станок, можете вот здесь его подождать. Но ждать бесполезно, потому что у нас сейчас забастовка. А она говорит, у вас уже признан незакон. Нет, по закону написано. Почитайте в Трудовом кодексе. Забастовку обязаны прекратить на следующий день после вручения решения суда. Ну и это тянется. Это тянется, а работодатель должен думать, не стоит ли ему все-таки договориться. А разве у него нет адреса работников? Он же может найти этого органа. А вы что, по этому адресу обязаны сидеть во время забастовки? Вы же рыбу ловите, Дима, не забывайте, во-первых. Во-вторых, вам нравится играть домино там. И вы там, эту подушечку у вас есть, и матрасик, и вы спокойно отдыхаете на этой подушке. Наконец-то можно отдохнуть на работе. А домашним сказали, что я на работе... Просто мне кажется, что большинство директоров предприятий довольно влиятельные люди, им не составит труда найти... Вот они и нашли вас. Нашли, да, вручили. А вы на следующий день прекратили забастовку. На завтра. А послезавтра объявили новую. А ты что тогда получается, что незаконная забастовка выгоднее законной? Не знаю. Как вы так вот хотите меня подвести под монастырь, скажете, что я... Я профессор по кафедре экономики. Я такого вам не скажу. А получается, что думать надо, что к этому вопросу надо подходить творчески. Потому что сколько? А, например, если брать практику из жизни, например, на Ford Motors Company заводили сразу, соберут конференцию, и первые 15 минут, это вот первая конференция по первым требованиям, потом через вторые 15 минут конференция по вторым требованиям, третья конференция через 15 минут по третьим требованиям. Это 6 за один день. Вот они 6 требований выдвинут, чем-то отличающиеся, ну, близкие. И устроили 6 коллективных трудовых споров. 6. Можно 6? Ну, знаете как, вот, например, если вот вы летите на самолете, а вас пускают ракету, что нужно делать? Выпустить ложные цели там. 6 ложных целей. И он бац, и сбил, а вы спокойно пролетаете дальше. Так и здесь. Вот вы сделали 6 забастовок,
Ну, первое объявлено уже. И записывайте. Так, первое объявлено незаконным. Вручили. Значит, на следующий день надо выходить. Тогда мы повторяем. Сейчас вы... В какой сейчас вы забастовке? Вы во второй. А, нет, мы то уже все, что закончено. То мы уже работали после этого. А потом через день, ну, день-то поработайте. Ну, два, можете, три поработать. Чего уж так? Давайте до конца недели доработайте, а вот со следующей недели новая забастовка. Опять процедура. Опять он идет, посылает юриста с заверенностью, опять оформляется, это судебное заседание, опять ищет. Уже не Дима, уже другой, уже второй, потом третий, на каждый раз четвертый, и каждый раз все разные люди, пока не перезнакомятся. И сколько можно так? То есть надо понимать, что это вопрос о отстаивании своих интересов, это вопрос такой, если люди хотят отстаивать, они их отстоят. Если не хотят, не отстоят. Вот эти товарищи, они как делают? Они вообще никаких, вот на ПГТ ни разу никаких забастовок вообще не объявляли. Вот принимался нынешний договор так, что они довели до состояния забастовки, то есть вот провели все примирительные процедуры, и осталось последний акт. Конференцию собрать и объявить забастовку. И на этом этапе они и живут, продолжают работать, не собирают конференцию, а все знают, что все тут вот завтра, может завтра или послезавтра быть забастовка. Это знают те люди, которые присылают сюда корабли, а кому нужно иметь дело с такой компанией, в которой неизвестно, что будет не сегодня, а на завтра. И это, конечно, очень сильное давление. Так они и заключили договор. Но, чтобы не думали, что может и не быть забастовки, проводится коллективные действия. Это значит, вот, скажем, все бригады этого ПКТ должны неделю проработать по правилу. Да я уже вам показывал, как работать по правилу. Медленно я буду работать. Медленно, чтобы вы могли хорошо записать, что я говорю. И даже те, кто медленно пишет, я буду говорить еще более медленно. И будете вы тут сидеть. И вот они так и работают. Бригада одна, все остальные работают. А как? Они же все связаны работают. Если у вас в шахматном порядке, так сказать, вот связи все сделаны, одни работают, из-за этого все останавливается цепочка. Потом вторая бригада так работает, потом третья. Месяц. Месяц все вот побригадно проводят коллективные. Кто вот не проводит такие коллективные, это все брехер. То есть забастовка есть? Нет. Какая забастовка? А почему так медленно работать? А чтобы безопасно было, чтобы никого не задавить. Это у нас как бы неделя охраны труда. Можно ведь проводить, правда? Вот. Так что на самом деле, это же о чем мы говорим? Мы же говорим с вами о конфликтах. А в чем смысл конфликта? Это смысл конфликта в том, что от дискуссий и споров переход идет к иным формам действий. И к тем, которые прописаны в законе, а все в законе не пропишешь, и к тем, которые в законе не прописаны. Нельзя уложить в закон все многообразие действительности. На этом мы сегодня закончим. Это начало у вас. Начало коллективного спора. Кто нуждается в коллективном договоре? Так, Дмитрий, можешь взять себе, если хочешь, на память. Ладно. Полезно.